Не бойтесь выставлять самую большую температуру для готовящейся пищи. С крышкой невыкипайка теперь можно навсегда забыть об убежавшем молоке или пригоревшей поверхности плиты. Каждой хозяйке знаком такой неприятный момент. Каждая хозяйка это испытывала, когда у нее обязательно выкипает из кастрюли жидкость на плиту, будь то молоко или бульон. Вы смотрите телеканал Shop & Show. С вами я, Саша, наш шеф-повар Глеб. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы расскажем вам о такой замечательной волшебной вещи, как невыкипайка, без которой не обойдется ни одна хозяйка. Обратите внимание, эта вещь выполнена из высококачественного прочного силикона. И она сделана специально таким образом, разработана таким образом, что жидкость из кастрюли не будет попадать на плиту. А теперь мы посмотрим на нее в действии. Глеб. Итак, мы готовим сейчас молоко, кипятим молоко. Да. Или, допустим, мы бы варили здесь рисовую молочную кашу. Да. Или там овсяную кашу, которую нужно варить хотя бы 20 минут кипения, да? Да. Но она, тем не менее, у нас выкипает. Обязательно выкипает, попадает на плиту. Особенно если вы пользуетесь хорошим молоком. Да, и главное, что приходится тратить огромное количество моющих средств, а как результат денег, на то, чтобы эту плиту потом помыть. Отмыть, а сколько сил на это уходит? Сколько сил? Или, допустим, вот в этой кастрюльке мы варим сейчас бульон, да, который тоже нужно варить не один час. А если мы варим что-нибудь вроде холодца на праздники, или мы варим здесь, конечно же, какой-нибудь суп типа борща, в котором мы сначала отварим мозговые кости. Да, проблема в том, что когда мы это делаем и варим, на кухне часто работает телевизор. Вот я все время с этим сталкиваюсь. Допустим, сегодня утром варила своим детям кашу, включила телевизор, отвлеклась буквально на одну секунду. Глеб, вот я заметила, что есть такой один неприятный закон в жизни, что как только ты отворачиваешься хотя бы на одну секунду от кастрюли, именно в этом мгновение жидкость выкипает. Вот мы смотрим, как она у нас здесь бурлит. Да. Кладем обратно на место нашу крышку невыкипайку. Она очень легко встает, я так понимаю, что практически на любую кастрюлю подойдет. Практически на любую кастрюлю. Да. Она плотно ее закрывает, а наши лепестки позволяют нам контролировать пену. Да, то есть вы можете отвернуться, не обязательно стоять рядом с плитой, вы можете отвернуться или даже отойти ненадолго с кухни, и ничего на плиту у вас не выкипит. Обратите внимание на то, что в комплекте у нас идут сразу две вот такие крышки-невыкипайки. Они очень удобные, прочные, компактные. Вот, посмотрите, я могу свернуть такую крышку. Она поместится где угодно, даже в ящике для хранения столовых приборов. При этом цена Shop & Show 990 рублей за две крышки-невыкипайки. Если я ее вот так раскрываю, она принимает свою форму, то есть она не теряет форму, она гибкая с одной стороны, с другой стороны она прочная, а главное безопасная. Еще один момент. Значит, мы можем ее также использовать, взяв любую кастрюлю с любой жидкостью, да, мы можем просто накрыть аккуратно крышкой наши лепестки, так, и варить что-нибудь на пару. Ой, то есть получается еще и проварка. Да. Здорово. Легкие лепестки, которые у нас в самом центре нашей крышечки-невыкипайки, вот они, значит, они... Проварка нужна в любой семье, не только для тех, кто сидит на диете или там страдает, скажем, сахарным диабетом, но просто обычным людям, которые любят здоровую пищу, семье, в которой есть дети, правильно? И пища на пару, все знают, что она самая полезная, и сохраняет, эта пища сохраняет самое большое количество витаминов и всевозможных полезных веществ. И, конечно же, мы можем ее использовать для того, чтобы закрыть какую-нибудь емкость в микроволновке. Ой, в микроволновке это очень актуально, потому что постоянно бывает, что жирные продукты взрываются, вся микроволновка грязная, и опять-таки приходится тратить огромное количество денег на эти моющие средства, которыми приходится отмывать плиту. Лучше? Микроволновку, я уж не говорю про силы. Микроволновку, да, или еще что-нибудь. Лучше просто использовать эту крышку, а потом ее просто положить в посудомоечную машину. Да, что очень удобно. То есть она моется легко, правда? Я еще заметила, что у нее очень симпатичный дизайн, она напоминает вот такой цветок. И я так понимаю, Глеб, что вот эти вот лепестки, они сделаны не просто так, они, да, не просто так. Вся вот эта конфигурация этих желобков позволяет улавливать идеально пену. Да, то есть это сделано специально для того, чтобы задерживать жидкость, правда? Она прекрасно, вот этот внутренний лепесток очень легко одевается или снимается, так что звоните и заказывайте. Крышка невыкипайка. Стильное, яркое, современное решение на вашей кухне. В
комплекте их две штуки. Эти крышки придутся по душе всем хозяйкам, ведь теперь можно процесс приготовления пищи оставлять без присмотра, не боясь за чистоту плиты. Обратите внимание, что эта крышка невыкипайка идет у нас в комплекте, идут целых две крышки, и за две цена шоп-н-шоу 990 рублей. Поэтому звоните и заказывайте наши незаменимые для любой хозяйки крышки невыкипайки. Прошу обратить ваше внимание, что наши операторы работают круглосуточно, и они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Всего доброго.